Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Глеб, и сегодня мы продолжаем прохождение модификации на Stalkers of Pripyat под названием The Project Medeiros. И сегодня мы с вами наконец-то поговорим с Гуппи, который наконец-то облутал этих бандитов, и наконец-то мы его с вами нашли. Здоров, брат. Привет, Стрелок попросил найти тебя. Стрелок? Ну, передавай ему привет. Я впервые слышу это имя. И вообще, зачем ты мне это говоришь? Если ты какой-то бандит, как большинство людей на Затоне, то передай ему, что может на меня зуб не точить, не выйдет. Нет, он сталкер, как я и ты. Причем сталкер довольно известный и авторитетный. Зачем же он попросил найти меня? Уже интересно стало. Честно говоря, не знаю. Он сказал, что знает, где ты находишься, а именно на ВНЗ Круг. Ну, мне там не понравилось, я и ушел. Короче, что ему от меня надо? Я скажу, что нашел тебя и спрошу, что ему от тебя надо, кто виноват и кому на Руси жить хорошо устраивает? Устраивает, но если это бандит какой-то, и ты ему меня сдашь, то твоя голова украсит стену слева от меня. Ладно, тебе чё, пока. Ну, какие все нервные стали в последнее время. Ладно, Гуппи мы нашли, слава богу. А, зачем было искать, ребята? Отличное название квеста. Узнать цель поиска Гуппи у Стрелка. Да, ребятня. Творится чертовня. Так, все это замечательно, но нам нужно опять же искать запечатки. На мосту имени Преображенского. А что за опасное место? А ну-ка. Мне аж интересно стало, чуть не помню такую локацию. И чем же оно опасное? Вроде все обычно. Странно. Или это там? Непонятно. Так, все это замечательно, но где мне именно искать надо? Короче, где-то на камнях, я все понял. А что это за звуки вообще? Так, вот там бадюганы. С ними надо как-то поосторожней. Ну, в принципе, вот тут действительно камней насыпано. Где-то здесь надо искать. Так, окей. Скорее всего, где-то в опасном месте. Если не там, то я не знаю. Но пока соваться туда не стану. Давайте-ка сначала поднимемся. Через мост я переходить не стал. Уже понятно, что я там... Сейчас у меня не получится никак перейти, в общем. А почему место опасное? Вот мне до сих пор интересно это. Вот походу спать не буду, пока не узнаю. Но не тут-то было. Так, давайте-ка осмотримся. О, я теперь понял, почему опасное место. Здесь монолитовцы с гаусками. И что мне с ними делать? Они вообще как ко мне относятся? Дружелюбные или нет? Не, смотрите, они дружелюбные. О, нашел. Так, сохраняюсь. Вообще одно не понимаю, чего они дружелюбные. Но мне не это важно. Мне надо сейчас вот достать еще один кусочек материи. На Шевченко. Поднимись оттуда, смотри. Все стихами написано. Ребят, к вам подходить можно или нет? А? Так, ясно. Можешь с тобой говорить? Это кто со мной разговаривает? Да закройся ты! Не пугай. Так. Шелдон. Я вот не знаю, стоит ли у тебя что-нибудь спрашивать, друг мой. И так квестов хватает, блин. Один на другом держится. Но у тебя есть гаусс-пушка, а она мне нужна. Я бы вас четвернул бы, но... Ладно, посмотрим, может, неподалеку что. Нужно что-нибудь? Вообще-то да. Но ты со своей экипировкой не справишься. Да ладно тебе, дай мне шанс. Уговорил, только дело действительно нелегкое. Что нужно сделать? Мой разведчик узнал, что Султан сегодня будет производить рейд из Кодовска на Шевченко. Тебе нужно остановить его. Только сразу предупрежу, он в одиночку не ходит. Скорее всего, окружить себя свитой человек так из 10. Может больше, может меньше.
В общем, свою задачу ты понял, да? Ликвидировать Султана. Это очень важно. Теперь ты не можешь отказаться, ведь я посвятил тебя в курс дела и поверил тебе. Я и не собирался. Ненавижу бандитов. А Султана у меня давние терки. Ну, давно там хотел на моей барже малину устроить. Да Лесси опасался. А сейчас Лесси там нет. Как бы он реально в гости не пришел. Ладно, кидай координаты. Только постарайся не у самих стен Скадовска, а то мандики набегут. Достань его между Скадовском и Шевченко. Все понял, братан. Мне как раз надо на Шевченко за очередной запечаткой. О, смотрите, ребят, неплохо. Как ситуация-то к нам, как все улыбнулось-то. Да, так вот таким темпом я, конечно, не добегу. Но это уже да. Так, поглядим-ка, где этот чувырло ходит. Между Скадовском, значится, и Шевченко. Ну, собственно, Шевченко вот. А бандитов я вообще не вижу. Возможно, еще не вышли. Так, вот, собственно, и Скадовск. Да. Я, конечно, слишком близко подхожу, но... Ага, о-о-о-о-о-о-о-о-о, засуетились-ка. Так, а где они ходят? Главное, чтобы не на меня. Так, ну тут пусто. Надо, блин, прицел было получше взять. Где-то здесь, наверное, ходят как раз-таки. Опа, опа. Я их слышу. Надеюсь, меня не заметили. А то будет мне счастье. Так, сохранимся, ребят. А вот Султан. Убил. Только сейчас меня, походу, убьют. Ну, что ж, будем минометный обстрел устраивать. Если я, конечно, попаду. Ну-ка. Блин, зараза. Так. Так, главное, чтобы не убили. Потому что я его так убил красиво. О, блин. Граната, вы оригинальный, как всегда. Так, А, вот пацаны стоят. Чики-брики в дамке. Ну скажите кто-нибудь. Доставьте мне... Мамочки. Ну я просил чики-брики, но не дамки. Опять яблочко, ну... Я больше грейпфруты предпочитаю, если честно. Блин, прям на грену налетел. Ну как так-то? Я думал, что она там пролетела. Так, сколько там? Вот один. Ой! Так, теперь все сначала. Да. Задание выполнено. Ну, бандосы шли вы нафиг. А вообще, мне как бы на Шевченко надо. Че я ухожу? Я думаю, ладно, уже сдать квест. И, типа, мол, идите нафиг. Но чувствую, я так просто не уйду. Ну, вообще, я мог бы просто уйти, ладно. Но просто мне же на Шевченко я вспомнил, что надо. Если бы не надо было, я уже, бог с ним, забил бы на этих укурышей. А так придется вот сейчас с ними нянчиться тут. Они меня убили. Собаки. Главное, чтобы снова не убили. На этот раз не забываем квиксейвиться. Так, тихо, тихо. Блин. Гранаты, конечно, классно взрываются. Так мощно довольно-таки. Блин, а. Засели в этих кустах, как сычи, блин. Теперь доставай их, маньяки, блин. Ай! Конечно, давайте, давайте. Я в бомбоубежище. Я в бомбоубежище, вы меня не достанете. Даже гранатами. Ну вообще, кстати, не пацанский. Да ядрёна матрёна. Сейчас материться скоро, чувствую, начну. Такими темпами. То что обложили со всех сторон, укрытия нулевые. Стреляют они не хуже, блин. Кстати, стреляют они реально неплохо. Вот это... А, ну, офигенно.
Еще оттуда его бандиты набежали. Пошли вон. О, все. Так. Так, теперь как бы... Ладно, можно обойти их будет. И вообще со стороны Шевченко стрелять точно. Тактика, тактика. Ага, то еще попробуй прорвись. С моей выносливостью. А вот вынес говнюка. Блин. Ой, черт, патроны-то кончаются. Ой, а тут, походу, еще тоже свора бандюков на Шевченко. Ладно. В любом случае, я сохранился. Я лечу! Как птица в небесах. О, спускается, спускается. Смотрите-ка. Активировались, блин. Нате в задницу, дроби. Я ж тебе хедшот сделал. Так, ладно, пока рано обыскивать. Лимончик тебе, пиндосина. Какой лимончик в закрытом помещении? Ты упорот. Ты ж себя подорвать можешь, идиот. Так, а где он вообще? Да зачем сбоку? Я предпочитаю контакт с глазу на глаз. Так, а где они вообще? О, нашел! Привет, брат! Тан. Ага, вот ты где. Здорово. Тут уже яблочками разбросались, блин. Арбузами торгуют еще. Тоже мне, блин, бандиты. Так и знал. О, Егор поднял. Да, монолитовцы были правы, задание не из простых. Так, где запечатка? Ох ты ж, блин, а как я ее достану? Еще учитывая то, что тут бандиты, блин, обложили говнюки. Блин. Ага, конечно. Нет, паркуром ребята не страдают. Тут вот бы Андрюхиного бы клика сейчас. Вот он бы достал. Тут придется на себя положиться, черт. Ах, точно, у нас же Ной спортсмен. Он сможет прыгнуть. Еще и не так сможет спрыгнуть. Во. Оп, все. Так, какая следующая? В пещеру когти? Что? Какая еще пещера когти? Так, это сюда. Так, кто сюда явился? Я вас не звал, идите нафиг. Сволоты. Набежали тут. Ну что ж, придется с КМом воевать. У меня сейчас другого варианта нет, потому что на том, блин, на моем любимом вихре тут у меня с патронами туговато будет. Хотя, если они сюда припрутся, то мне сюда их, отсюда их будет проще выгасить. Ибо у меня, сами понимаете... Сайга, она больше так для ближних дистанций и закрытых помещений. Да, ох, я стратег. Сразу видно, не зря в шутеры гонял. Они сюда идут или нет, не могу понять. Так, это мне не надо. Сейчас чисто на КМ. Так... Главное, чтобы они, блин, пока я тут вот лутал, не напали. Но нет, их нет, смотрите. Пропали. А не, вон где-то здесь все-таки нет, не пропали. Блин, а я так надеялся. И куда они делись? А, ну и стойте там. Так, а что ж мне делать-то с запечатками? В смысле? А, понял. Аномалия коготь. И тут пещера. Либо в Запорожце будет, я уверен, 100%. Либо... От собаки! Слава богу.
сохранился-то хоть. А, блин. Вот как чувствовал. Так. Откуда он вышел? А ну-ка, чики-брики. Чики-брики! Смотрите-ка, пропали. В любом случае, ребят. В любом случае, я сейчас шурую к монолитовцам. Потом, собственно. Да вы меня уже не найдете, ублюдки. Так, после того, как я разберусь с монолитовцами, я что, собственно, сделаю? Отправлюсь в аномалию. Ого, замечательно. Да. А, стоп. Чтобы долго не возиться. Вот и все. Надеюсь, бандюки подохли. Надеюсь. Хотя они умные. Могли бы спрятаться там. Опа. Опа. Опа, как все расцвело-то. Так, монолитовцы меня ждут. Монолитовцы. Да блин. Эх, сайга, сайга моя родная. Блин. Ношу с собой, конечно, дофига всего. Да, ну понятно. Ну выбрасывать, блин, жалко. И вот интересно, вот там же были такие локации, как Припять и... Что это? Бандосы мирно спят. Так вот, были такие локации, как Припять, интересно. Мы туда попадем? Или все ограничится какой-то девкой? Которая у монолитовцев там. То есть монолитовцы стали, блин, как сатанисты какие-то. Прям вот. Ну, сами видели. Странно, так звуки раздавались, как будто рядом кто-то тоже ходит. Так вот, может, эта девочка ходит со мной рядом? Вот эти, да, могло быть такое. Но не в этом суть. Суть совсем в другом. А, кстати, в чем суть? Я вот забыл, кстати, я с мысли сбился. Надеюсь, они мне голосовку дадут. Чё? Вот это вы знаете толк возвращения. Убивать плотей и кабанов при помощи гаусс-пушек. На! Блин. Ну вы, ребята, даете. А еще называетесь монолитовцами, блин. А творите такую фигню. Вы же лита, типа. Элита вроде монолита. Все, султан в гостях у Аллаха. Ну и заварушка же там была, еле выбрался. Ну ты молодец. Неужели в одиночку этого гада? В прошлый раз наш отряд весь полег, пытаясь его достать. Он взял одного гаусса, с которым тот ходил. Скорее всего, гаусс еще на Скадовске. Посмотри там, это так, наводка. А это от меня. Спасибо за наводку. Не стоит. Ладно, больше пока заданий для тебя у меня нет. Отдыхай, если что, с тобой свяжусь. Отлично. Теперь я знаю, где достать гаусс-пушку. Для нашего друга-психа. Так, а, это мы обыскали. Так. Давайте-ка подумаем, как проложим свой маршрут дальнейший. Что делать? Я вот не знаю, надо что-то с гуппи делать. И к стрелку шуровать. Ну, это смотрите-ка. Вот стрелок, он, если мы прям пойдем, то мы прям к нему выйдем. Мы можем также забежать заодно по пути, обогнуть и пойти... добыть одну еще запечатку. Также мы можем сейчас сходить по Бырому на Скадовск, но не факт, что там, конечно, будет безопасно. И еще гаусс добыть. Ладно, гаусс как-нибудь в последнюю очередь добудем. Сейчас лучше давайте-ка мотанем за еще одной запечаточкой. Ну, а потом уже, естественно, попрем к... Ну, этому, как у стрелку. Блин, конечно, вещей опять же. О, а это что это? Тайт. Ну, он, конечно, внушительней моего вихря выглядит. Ну и по параметрам даже. Надо же.
Поэтому, Вихрь, ты меня, дружок, прости, я тебя продам. Однако сейчас продавать не буду. Сейчас мне надо... Сейчас я мотанусь за запечаточкой. Ну, а потом уже продам как-нибудь. Заодно калаш выкину. А, может, кстати, сделать так. Сначала заглянуть к ребятам на цеха. Потом взять запечатку, а потом... Ну, блин, треугольник какой-то получается. Хотя, в принципе... В принципе, ладно, калаш мне не нужен. Побегаем. Вот опробуем как-нибудь эту штуку. Все равно мы будем в пещере, там снорки. Это инфосотка. Тут лучше походить с сайгой. А вот там выберемся, заскочим на цеха. А, стоп, а зачем продавать, собственно? Ну да, деньги, все дела, но... Лучше будет занести в ящик. Не знаю, сейчас столько времени прошло, я еще отчет не вел. Даже не знаю, на сколько часть вышло. Так, ладно. Я думаю так, давайте-ка на всякий случай я возьму запечатку и завершу на этом часть, потому что... Я реально уже со счета времени сбился, и, возможно, еще часть выйдет на 50 минут, там, на 40, хрен знает. Там бандосы шмаляют. Ой! А куда я прилетел? Ясно, куда? Не туда. Оно и было понятно. Блин. Тихо-тихо-тихо! Фак. А! Как же все бесит, ребят. Я не хотел сюда залетать, блин. Теперь сейчас снова подниматься, это, блин, делать. Время только зря тратить. Заодно заценим. Ох, нифига. О, а что с ним случилось? А хрен знает, что с ним случилось. Слушайте, неплохая вещица. Беру. Увы, патроны. Все не такие, чувак, которые мне нужны. Блин, что-то бандосы стали с хорошими столами бегать. На меня, что ли, съелись? Ладно, потом Скадовск будем штурмовать, но это под конец уже. Потому что гаусс-пушка у нас как бы не первостепенная задача. Так, не по мне ли вы стреляете? А это свободовец, походу. Друзья Ашота, скорее всего, даже. Ну, мне с ними пока как-то дела вести не хочется. Они Ашота кинули. Так, а вот и запечаточку вижу уже. Да, я был прав, что они... Меня не это интересует. Запечатка. Ну, все. Так, а что, больше подсказок нет? Или я что ли все собрал? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Замечательно. Все. Теперь я могу спокойно отсюда выйти. Отдать доктору их. Но прежде всего... Кстати, сколько они весят? 0,1 кг. Ну, специально сделали, что немного. Это я уж что-то тут мучаюсь опять. Бери. На. Ну ладно, сейчас к ребятам заглянем. Но это уже будет не на запись. Я у них закуплюсь, скину лишнее. Так, отсюда. Я помню. Я отлично помню. Так, где кто там? Нам сюда. А, не, не сюда, вот сюда. Так, отсюда. Это уже лишний был выстрел. Так, сзади что? Ах ты гад, а? Хитрожопый. Обдурить меня захотел. Самое забавное, что тут мутанты как-то послабее бандитов. То, что я сайги спокойно вношу снорков. Все. Сейчас вылетаем. Так, отсюда вот, да. Даже два может вылезти. Поэтому быстренько с одним разбираемся. И сейчас уже выйдем на более-менее безопасное место. Все готово. Так, ну, что ж, нам в любом случае сейчас к ребятам скачать надо, но, естественно,
Это уже будет не на запись. Ну и на этом давайте-ка завершим часть. Что ж, с вами был я, Глеб. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.